Всем добрейшего времени суток, с вами Средний Лес на Жизнь. Сегодня будем играть в Random Dice за сборочку, которая была уже, как по мне, вот просто лучшей и оптимально по урону. Вот. Ну, эта сборка выглядит немножко иначе. Используется азартный рост. Да. Вот, выглядит сборка вот таким образом. На самом деле, вот этот куб, он, ну, он реально очень сильно мешает. Периодически. Это плохо. Но выбора у меня нет. Я обычно надеюсь на какого-нибудь льва, который все это дело исправит. Так что, играем в такую сборку. Почему шахта лучше, чем вампир и лучше, чем этот... Ну, кстати, по поводу вампира не знаю, но вот по поводу... Смотрите, там очень ситуативная тема. Дело в том, что... Шахта, она дает СП постоянно, и это очень хорошо. Вот, и вам плевать, что у противника. Вот, то есть, есть там у него, к примеру, там, вампирик или нет, у вас всегда будет СП. То есть, если вампирик не всегда, допустим, сможет там дать достаточно СПшек, вот, он там дает по одной, его не нужно долго прокачивать, то дан рудник дает постоянно. То есть, даже вам не обязательно ждать, пока настакается клык на этом... На мобе. Вот. Следующий плюс этого куба, это то, что... Ну, блин, на самом деле, давайте минус расскажу. Минус это то, что он не прощает ошибки по типу выпадения чисто этих кубов. Если ему выпало 4 куба и при объединении еще выпало 2 таких куба, то это слив. Ну, он не прощает, как бы, невезение. Вот. Очень неплохо, кстати. Вот. Данный куб, короче, очень легко помогает вам накопить СПшки в любое время. То есть даже вот когда моб, вернее, босс идет, вы при помощи вампирика, ну, вряд ли сможете накопить СПшки. А при помощи этого куба очень даже легко. Вот. Следующий момент это по поводу, наверное, сжигания. Сжигание на самом деле прощает ошибки, в этом вся его фишка. Если у вас не получается нормально проращиваться, то берите СПшки. Берите СПшки и все. Если против вас убийца, тоже сжигание поможет, потому что сжигание наносит хотя бы урон. А рудник, он, как видите, ну, урона не наносит. Также рудник очень хорошо использовать. Вот смотрите, сейчас все улучшился, да, и у меня просто вот... Будет постоянно даваться СПшки. Еще один куб призвал, еще призвал рудник, все. Куча СПшек дано. Ну и замедлен наш мобчик. Еще призываем, потому что у нас просто, ну, позволяет. Позволяет. Вот, видите, вот просто слизь идет, и это будет очень долго для него. Вся эта пытка. И у нас фул поле забито. Мы, конечно, можем себе вот как бы... На первой волне, еще раз говорю, первая волна это проращивание. То есть ваша задача как можно больше... Кубов себе поставить на стол. Всё, так, надо второй раз использовать, а то мне не хватит урончика. Все, после того, как стол забивается, вам необходимо просто убирать первые кубы и призвать новые. Таким образом, вы будете расти по точкам. Вот, не нужно брать и юзать сразу вот этот поток. Ждите всегда быстрого моба, когда он подойдет поближе. И используйте, потому что, ну, вот этого быстрого моба достаточно трудно контрить. Даже я против него, как бы... Я примерно тайминги уже запомнил, когда он выходит. Но при этом, вот видите, у противника есть ускорение, а ускорение контрит вас. Вот, в этом вся фишка ускорения. Что ускорение контрит ваш тайфун, потому что тайфун, он не всегда успевает дойти до самого быстрого куба. То есть, благодаря как раз-таки полю мы можем это контрить. Потому что у нас поле замедляет в некоторых местах. И вот когда быстрый куб доходит до этих мест, мы как раз-таки используем шторм. И благодаря этому мы все выносим. Везет немножко. Ай-яй-яй, как это плохо, слушайте. Ой, как я тупанул. Ну ладно, зато идеально в тайминг попал.
Плюс, кстати, этого моба тоже не надо убивать, если повезет. Да, отлично, повезло. Дело в том, что этот моб, смотрите, смотрите на куб, который дебафнули. 20, кажется, 23 вроде было, да? Секундочку, давайте посмотрим. Сколько дает этот куб и сколько дает куб слева по центру. 28, и это дает 28. То есть без разницы, дебафнут ваши кубы или нет. В этом преимущество этой сборки. Вот, СП-шек будет давать все равно одинаково, просто ждите вот сейчас, в данный момент, когда выйдет этот босс, о, вернее, быстрый моб, чтобы его поймать сразу. Отлично. Вот тут даже не знаю, лучше все-таки, наверное, уже возьму больше точек себе на тайфунчик. Ну, давайте СП-шечку. Вот, видите, да, момент. Тайфун был не по центру этого моба, и моб шел вперед. То есть, как бы, я мог его упустить. Именно поэтому вот эти лужи, они очень сильно замедляют моба. Смотрите, хоп, замедлили, заюзали. Все, убили. Изи. Также не бойтесь использовать, конечно же, второй раз шторм, если вам нужно просто зачистить линию по полной. Ну, вот, допустим, сейчас покажу. Моб ушел слишком далеко, взяли, заюзали. И вот думаете, блин, мне не хватит, чтобы зачистить всю линию. Скоро босс, надо убить всех, заюзайте второй раз. Урон чаще, и, ну, короче, все круче. Вы довольны, убили волну и радуйтесь себе. Все. Блин, ну тройки объединять не сильно хочется. Но я понимаю, что завершенность должна быть какая-то. А вот это тем не... Я должен был пятерки копировать и объединять! У меня же есть данный куб. Блин, как я лажанул. Как я лажанул сейчас. Объединяйте все тройки, объединяйте все... Короче, объединяйте все, что вплоть до троек. Все, что выше, уже там, ну, как бы под вопросом к вам. Хотите вы это объединять или нет? Успел. Вот, лужа, лужа. Видите, как она меня сейчас спасла? И четверка, четверка наконец-то прорастет. Но давайте дождемся еще данный чудесный кубик. Может, он нам что-то приятное привнесет по типу Джокера. Нет, сразу же дает Руган. Объединяем, не паримся. Так, ну, почти все. Почти все, единичка, блин, и... Ох, как я тупанул. Или я не... Нет, уже не успею ничего, да? Босса я не выношу, кажется. Выношу. Ладно, окей. О, шестерка! Найс, 33 наконец-то, хорошо. Всего в идеале, конечно, иметь от 8 данных точек на кубе. Суммарно имеется в виду, то есть вот снизу как бы. Когда я сейчас тыкаю, вы можете посмотреть, куб дергается. Вот. В среднем желательно иметь, конечно же... Ой-ой-ой, 47 это, кстати, очень большая цифра. Вот, это 47, я скажу даже больше. 40 это уже хорошая цифра, а тут у них 47. И от 8 до 15 желательно иметь вот здесь, на этом кубе. У меня 11, в принципе, средненькое число. СП-шек хватит. Вот. Так, и тут я возьму все-таки СП, потому что мне, я понимаю, точек на этом кубе более чем достаточно, а вот СП-шек мне реально немножко не будет хватать, скорее всего. Тройки, последнее, что я сделаю, объединю. И все, все, все. Я полностью доволен. Я полностью доволен. Все, в принципе, 40, как я и сказал, достаточно. У нас 19 по СП-шкам. При необходимости можем объединить. Даже, думаю, сразу так и сделаю. Все, 13, 46. Достаточно, более чем. Достаточно, более чем. Все, сейчас, смотрите, опять же. Босс, это чудесная слизь, которая нам больше всего нравится. Будем мы его здесь контрить, даже, наверное, здесь. Потому что все-таки ускорение у противника. Но тут хорошее замедление, поэтому могу себе позволить чуть-чуть воздержаться. И теперь используем. У чела, кажется... Но тут, кстати, вопрос. Он должен убивать или нет? А вот это зря. Это зря. Это чел-то зря, конечно, сделал. Но мы сдаемся, потому что, ну, как бы убивать такого набасьона зачем? Вот, но, как мы видим, что фишка поля, это, конечно же, контрпик потоку, потому что... Если говорить, в принципе, про тайфун, то он контрится ускорением. И причем он очень хорошо контрится ускорением. Если человек... Уже наиграл, не знаю, там, каток 20-30 и знает, когда выходят быстрые мобы,
и знать, когда надо призывать шторм для этого, то ему не страшен поток. Реально, ему не страшен. Он просто в определенный тайминг и призывает шторм, и все, и не парится. Вот и все. Вот. И данное поле, конечно, позволяет прощать ошибки. И поэтому, теоретически, даже можно менять поле. Если вы прям вот знаете, что у вас все будет зашибись, что вам не нужно ничего по типу... Это, кстати, очень плохо. Так, я ошибся, короче, малек. Давайте так сделаем. Если вы знаете, что вам ничего не надо, кроме того, чтобы контрить вот эти быстрые кубы, то вы можете брать какой-нибудь сепаратор, чтобы точки, например, как-то себе нарастить. Или, например, вы можете даже взять вора вместо, ну, вот вместо азартного роста. То есть, реально, вор, кстати, очень неплохой куб. Правда, я за него, ну, не играл, потому что у меня его просто нету. Очень, очень неплохо. Очень неплохо сейчас мне выпало тут всего. И убить бы их еще. Да. Кого надо, я убил. Неплохо. Не паримся сильно, ждем просто второй волны. Так, улучшимся немножко. Кто помнит фишку за данный кубик, необходимо когда мобы начинают складываться в босса, в тот же самый момент необходимо юзануть шторм для того, чтобы в тот момент, когда босс начнет идти, шторм уже был рядом с ним. Бац. Все. Ну, а плюс не забываем, что с каждой секундой шторм наносит все больше и больше урона. Вот. Надеюсь, что мне успеет накопиться СПшки. Плюс четвертый, конечно же, данный чудесный кубик. Доп урон наносит. По слабеньким мобам это чувствуется неплохо. Потому что может одного-двух еще убьет даже. Пока как-то слабовастенько. Но опять же, вторая волна, на второй волне мы уже начинаем забивать себе стол. Если на первом у вас не выпало достаточно этих руды, то, ну, конечно же, да. Только со второй волны вы начнете забивать себе стол. А так вы можете хоть с первой, хоть с какой угодно. Хоть со второй. Хоть с первой, хоть со второй, хоть с третьей. Ой, неплохо. И слизь, не забываем, что слизь это просто наш лучший босс, который прям вот слизь ван лав, так скажем. Но пока что... Так. 200. Давайте еще призовем. Я понимаю, что мне скорее всего хватит, чтобы его это... призывать новый шторм, поэтому я еще призову кубики. И возможно даже еще. Давайте так сделаем. Пока что будем копить СПшки, чтобы потом в будущем доделать объединение, объединение, объединение. Дадим чел надежду, но потом мы сломаем ее к черту. Нет, чел, сдаваться я не собираюсь. Так, ну чё, давайте дальше. Просто три лужи в одной, это... Как по мне, бомба. Нет, 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 я такого не позволю. Пока что подождем. Чего-нибудь побольше. Хорошо. Ой, не то. Это сделал. Отлично. Отлично. Блин, не то скопировал. А тут я тупанул, конечно. Можно было просто больше получить намного. Пятерку хочу я. Нет, хочу, нет. Давайте. Может быть, Джокер выпадет. Нет, выпадет. Ерундистика.
700 последний трой тратим. И все, я думаю, здесь мы уже босса завалим с 22 точками. Это вполне нетрудно будет. Все, ждем, пока они начнут складываться в босса. И в тот же момент юзаем шторм. Отлично. Ой, шестерка, неплохо. Так, теперь можем объединять двойки. Единичек же у нас нету. Не захотела далеко отпускать мини-босса. Вернее, мини... Короче, моба, который ускоряется. Поэтому так быстро и заюзал. А вот тут я протупил. Вот тут я жестко протупил. И мне это не простят. Да, а вот здесь уже... Одну хп-очку мы потеряли. Да, я очень много объединился. Много чего лишнего сделал. Но зато получил достаточное количество точек. Для битвы где-то вплоть до 10 уровня на спокухе. Но вот после 10 будет проблема все равно. Если здесь не будет 40 точек, то это будет не очень. Но я думаю, что мы сможем их получить. Плюс босс пока что мне это позволит немножечко пообъединяться, там поделать всякие мувы еще. Так, много слишком у нас строек. Так, а что мне врысло? Я пятерочка. Две двойки. Так, ну что, ждем, ждем, просто ждем. Ну вот вплоть до пятой волны. Да, блин, я реально замечаю, что именно вот на пятой волне я уже, ну, нормально так вырастаю каждый раз. Джокера, пожалуйста. Джокера или Тайфун. Семерка. Ну вот семерка не знаю, что делать. Если это будет... Ну, много кубов, которые мне могут не подойти здесь, на самом деле. Надеюсь на семерку или на сразу ураган, или вот этот куб. То есть у нас приблизительно шанс... Да, хорошо. Шанс достаточно большой. Но было примерно 40% шанс, что мне упадет какая-то фигня. Не успевает прорасти для того, чтобы я скопировал, если там будет Джокер. И могу очень жестко об этом потом пожалеть еще. Что мне здесь шестерочка превращается в семерочку. Ну вот, собственно, и пожалел. Я лучше заменю себе стол. И еще раз заменю. Хотя нет, подожди. Неплохо ведь. Неплохо, потому что, смотрите. У меня все росты, они сейчас во что-то превратятся. И вполне неплохо у меня семерка, которая, ну, как бы смотрится прилично. Наверное, лучше всего тут возьму побольше урона. Одна лишняя все-таки у нас тут есть тема. Пятерки обнять не буду, иначе у меня вообще все пропадет. Дождемся во что превратятся эти кубы. И, может быть, еще объединю даже вот эти пятерки. Ну, нет, пока достаточно. Именно столько спешек мне и надо. Вернее, кубов. Ну, шахты точно. Я просто прыгаю эти спешки на все подряд. Точек у нас, блин, много СП, надо уже их, наверное, все-таки убирать. Блин, правда, мне не нравится, что может произойти. Ну ладно. Ах, куда ты растешь? Почему с тебя ничего толкового не выпадает? Да блин. Блин, ну не самый хороший монстр. Здесь надо будет быть очень внимательным. Для того, чтобы в самом конце я заюзал необходимый скилл вовремя. Со шторма. И сделать это 2-3 раза на самом деле, потому что я понимаю, что мне одного раза не хватит. Ай-яй-яй-яй. Все, не трогаем.
Такой стол у меня остается. Ничего трогать я больше не буду, хотя еще два этих я не заметил на самом деле. Очень неплохо, но все, я говорю, больше ничего трогать не буду. Во что прорастет, в то прорастет, так я буду играть. На самом деле здесь можно даже брать ESP уже тратить впустую, для того, чтобы просто... Сейчас. Для того, чтобы просто у меня был уровень побольше, я наносил больше урона. Пока что я так и буду делать, на самом деле. А можно, конечно, как бы и дождаться, пока какие-то мобы будут выходить. Но толку особо не вижу. Три раза использовал. Да. Даже двух, на самом деле, хватило бы, но я решил три, потому что, ну... У меня все равно шахта, мне без разницы. А у чела ни одного куба нет этого? Серьезно? Два раза подряд нету ни одной этой звезды? Лол. Неплохо, чел. Сдавайся. Я пока немножечко все-таки попризываю шторм. Думаю, вплоть до 15 тысяч я могу себе позволять вот такие наглые действия. Мен, чели, конечно, красавчик, замедляет его. Что позволяет мне делать, что я хочу вообще. О, у него один куб. А, два куба, хорошо. Ну все, чел, ничего ты больше не сможешь сделать, да? Я не дам ему проиграть. Так как нет смысла в этом всем. Не, ну, он молодец. Хорошо продержался. Ладно, давайте последнюю битву рубанем и на этом закончим. Ну, давай. Топовый никнейм, просто топовый, ладно. И вот он, чел, который будет меня контрить только так. Но говорю, контрит нас убийца, ускорение. Что еще? Да много чего. Здесь я должен просто забивать стол, на самом деле, в надежде, что будет много вот таких дамажащих кубов. Потому что я сейчас ничего не могу сделать против убийцы. Абсолютно. Он мне будет просто дамажить и все. Ничего не сделал, потому что он второй уровень, как бы. Объединяться, но это будет нагло. И бесполезно почти. Нет, не надо. Ну, не успел объединиться, к сожалению. Ну и он также не успел прорасти. Да ладно, ничего. Пока что в данный момент, я думаю, уже, наверное, можно даже попробовать... Использовать шторм, потому что у нас действительно дорого стоят кубы. Их призыв. Опять же, второй левел, ничего не буду делать. Неплохо. Вижу, быстро мба использую шторм. Улучшаю, чтобы быстрее получать СП-шечки. Первый левел не успел среагировать. А, вот это я тупанул. Ошибка. Появился необходимый куб. Чудом. Да, может не обращать внимания на то, что не горела... Не горела вот эта штука. По типу, вы можете использовать скилл. Такое бывает периодически. Вот. Плюс, кажется, у челика могут быть сейчас проблемы. Если он не накопит достаточно, блин. Плоховастенько, малек. Урон. Ну, он накопил этот урон. Красавчик. Почему я не использовал копию? Блин. Ну ладно, мы можем так сделать. Тоже неплохой вариант. Короче, что я хочу сказать. Помните момент, когда я использовал дважды данный скилл? Вот как раз перед... Вроде даже перед боссом это было, когда мне нужно было зачистить просто-напросто...
линию, тогда действительно, вот я говорю, что это важно делать, допустим, зачистить линию там, то есть двойной скилл использовать. Да, много где. Так что не бойтесь использовать двойной скилл, то есть, ну, как бы дважды его активировать. Польза от этого все равно будет. Очень плохо. Очень плохо. Просто минус поле. Проверим, куда будет стрелять босс. Если он будет стрелять сюда, можно как бы ему позволить. Это если будет другое место, то, наверное, будет придется его убивать. Нет, убиваем. Не можем позволить. А вот этого мы приветствуем. Босс данный, конечно, в данный момент, именно в данный момент, мне будет по душе. Именно потому, что он краски сможет избавить меня от лишнего куба. То, что чел уничтожает мне кубы полностью, это плохо, на самом деле. Это я уже сделать не могу. Ну, вернее, позволить ему это сделать не могу, поэтому... Ох ты, он за это самое протупил и пропустил одного быстрого. Когда мне вот такие эти самые посылают эмодзи, мне так хочется спросить, чел, ты вообще адекватный? Ну, нереально, я не понимаю, почему, но мне вот так хочется спросить, ты адекватный или нет? Ну, хотя, судя по никнейму, что здесь можно сказать? Думаю, ничего. По крайней мере, плохого точно ничего. Как он так точно попадает? Как мне это уже задолбало. Так, пока что просто ждем, чтобы он заменил. Вполне, вполне устраивает, более чем. Плюс еще росты хорошие появились. Пусть здесь мы готовы рискнуть. Ну и пофиг нам на его убийцу. Он опять же будет меня пытаться как-то прикончить. Но у него урона сейчас не будет уже. Чтобы вообще у себя что-то сдержать. Выпендривался. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо, как хорошо. Сколько всего повыпадало. Вот, вот эти два меня не сильно радуют на самом деле. Так, 50, значит, 900, да? Да, 900. Все, хватает теперь. Тут даже с боссом я не буду церемониться, я сразу его буду пытаться выносить. Потому что, ну, мне не нравится он. Вот в данный момент мне он не очень был. Опять не то скопировал. Вот это ошибочки. Семерка, надеюсь, мне простит мою ошибку за фул объединение. Не за фул затраты. Но кажется даже... Блин, нет. Хотел сказать, кажется, даже это не понадобится. Да, прощает мне, прощает ошибки мои. Еще денежки, давайте, я сейчас готов. Мне пока денежки более важны. Я потом это все равно уберу. Да блин. Да блин. Так, отлично. Объединяем теперь. Все, есть необходимое количество точек. Правда, можно еще лучше было бы попробовать, но нету троек, чтобы объединить, поэтому пока что я ничего не буду трогать. Плюс, как я говорил, выше 30 точек на этих кубах, это вообще шикарно. Вот. А 40 это уже рай на самом деле. Но тогда здесь должно быть... Ну, вернее, на этом кубе тоже должно быть немало точек. То есть минимум 8. И в идеале, конечно, 15, как я говорил.
Блин. Была бы сейчас у меня вот эта тема 7-го левела, если бы он мне ее не дебафнул. Ты серьезно? О, чел, сдавайся. Сдавайся. Ладно, даже ему я готов проиграть, с учетом того, что он такой... Я не буду его оскорблять. Вот, его никнейм говорит за него. Он полная за... Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, всем до свидания.